перспективе получается, что владелец такого судна, он независим от пристани, он независим от бензина и даже те 4000 километров, которые мы прошли, для некоторых судов это было бы до 8 тонн горючего затрачено, а мы не затратили ничего. Солнце, оно все время светит, да? Просто меняется количество энергии, которое может вырабатывать катамаран в пасмурную погоду и может вырабатывать в солнечную погоду. Если нам солнца не хватает, то электрические, то батареи, они передают электричество, дополняют это электричество. И вот если мы чисто будем на батареях идти, полностью заряженные батареи, у нас 70 киловатт-часов. Мы где-то сутки можем еще, в принципе, без солнечной энергии идти.